Последние предновогодние дни – это всегда предчувствие чего-то необычного и доброго. И прекрасно, когда эти надежды оправдываются. По уже устоявшейся традиции в преддверии Нового года на праздник в Славянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних для того, чтобы поздравить ребят, приехали глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко и заместитель главы по социальным вопросам Виталий Титаренко. Нарядные воспитанники и почетные гости с интересом посмотрели сказочное новогоднее представление, в котором действовали герои знаменитых детских книг. Конечно, в итоге победа осталась за силами добра, и все завершилось благополучно, с веселыми песнями и танцами. Затем все вместе под нестареющую мелодию песни «В лесу родилась елочка» закружились в праздничном хороводе. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил ребят за интересное представление и поздравил их с наступающим праздником. Я вас всех поздравляю. Желаю, конечно же, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы у вас было замечательное настроение, чтобы вы сегодня очень хорошо поиграли, повеселились. Я уверен, что взрослые для вас придумали еще массу мероприятий. Этим не закончится, правильно? Да. То есть будет чем позаниматься. Всем радости, мира, добра, благополучия. И самое главное, чтобы в волшебную ночь сбылись все ваши желания. Завершился праздник вручением подарков. Ребята получили заряд отличного настроения и незабываемые впечатления от этого душевного мероприятия. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».